Друг Здравия двору просит показать, как эта хрень устанавливается. Откидывается спинка, вытаскивается вот эта ерунда. Пластмассина является родная. Ее не нужно убрать. Это старого чехла. Это полки. Прорезь, она примерно соответствует. Так, видите. Вставляется то же самое, так же, как и эти. Резать ничего не нужно здесь. Она цельная. Монтирована. Единственный болт, который прикреплен к кузову, вот он. Раскручиваешь. Вот эту ерунду проводишь через эту большую щель. Провел, поставил обратно, закрутил. Все. Ведь вам работает. Ну, сиденье, конечно, здесь подлезть придется только с головкой. Она позволяет это сделать.